Вот она, видите, вот так ших, там колеса. Там колеса приварены, и поэтому его можно будет передвигать, куда потребуется. Посмотрите, какой мальчик мой требовательный, портосенька. Ну, миленький, мы же пока лечимся. Я бы тебя отпустила погулять на вольную. Ну вот где гарантия, что ты прям дисциплинированно вечером на уколе будешь дома? Нету? Нету. Поэтому пока мы с тобой лечимся, не могу тебя вот так отпустить. А вот проколемся когда, я тебя обязательно отпущу. Пойдешь ты опять наверняка по местам своей боевой славы. Вон, помните, сидел 2 месяца, лечился мистер. Я его выпустила буквально на день. Вот на день я его выпустила погулять. Он вернулся с пулей. Пулю выковыривали. Пожалуйста. Больного ребенка отпустила погулять. Так что полечимся еще. Полечимся, Портосик. Ну, пожалуйся на маму. Давай, пожалуйста. Давай. Поругай меня. Я тебя очень понимаю. Ты даже не представляешь, как я даже... Я переживаю, правда. Я знаю, что вы вольные люди. Вы привыкли к простору. А теперь вот так вот оказаться... Все время переношу тебя.